Техника «Остановка мыслей для исполнения желаний». Примите удобное положение и расслабьтесь, пока я вам кое-что расскажу. Сегодня вы узнаете отличную методику для исполнения желаний. Она основана на прямом доступе к намерению при помощи остановки мыслей. Дело в том, что намерение – это основная движущая сила во Вселенной. Если вы хотите достичь цели, вы показываете свое намерение Вселенной, и она воплощает в реальность все ваши задумки. Итак, перейдем непосредственно к выполнению самой техники. Расслабьтесь. Сейчас прям сделайте глубокий вдох и задержите дыхание. Во время задержки этого дыхания сосредоточьте свое внимание на точке, которая находится в середине вашей головы. Выдыхайте. Сделайте еще раз глубокий вдох и задержите дыхание. Сосредоточьте снова свое внимание на точке, которая находится в середине вашей головы. Не беспокойтесь, вы найдете ее интуитивно, когда начнете выполнять данное упражнение. Поэтому прямо сейчас опять сделайте глубокий вдох и задержите дыхание. Сосредоточьте при этом свое внимание на точке, которая находится в середине вашей головы. Я знаю, что вы уже выдохнули, поэтому еще раз сделаем глубокий вдох. Сосредотачиваем свое внимание на точке, которая находится в середине вашей головы. И усилием воли необходимо остановить поток мыслей. Совсем. Вот прям совсем, весь и сразу. Вы уже сейчас выдохнули, поэтому еще раз сделайте глубокий вдох и задержите дыхание. Сосредоточьте свое внимание на точке и усилием воли остановите поток мыслей совсем. Сейчас ваша задача полностью прекратить свой внутренний диалог. Именно это и даст вам прямой доступ к намерению. И для этого, собственно, как раз и необходимо сосредоточиться в области центра головы. Это помогает утихомирить мысли. Я знаю, что вы опять уже выдохнули, поэтому еще раз сделаем глубокий вдох. Сосредотачиваем внимание на точке. Останавливаем мысли совсем. Прекращаем диалог внутренний. И прямо сейчас воспроизведите в своем воображении образ желаемого будущего. Это может быть какое-либо событие или вещь, о котором вы страстно мечтаете. Постарайтесь как можно дольше удерживать этот вот образ в голове своей. Вы уже выдохнули, поэтому еще раз делайте глубокий вдох. Сосредотачивайте внимание на точке. Усилием воли останавливайте поток своих мыслей, внутренний весь диалог тоже. Теперь воспроизводите в своем воображении образ желаемого будущего. Это может быть какое-либо событие или вещь, о котором вы страстно мечтаете, неважно. Постарайтесь как можно дольше удерживать этот образ в своей голове. Главное, чтобы ваше сознание вновь не начали наполняться посторонними мыслями. И вот в этот момент вы сейчас прям начинаете демонстрировать свое намерение Вселенной. А сейчас громко выдохните. И вновь повторите весь процесс по кругу. Сколько раз вы это сделаете, особого значения здесь нет и не имеет абсолютно. Тут все на ваше усмотрение и на ваше внутреннее чутье. Итак, я даю вам буквально 2 минуты для того, чтобы вы продолжили это действие. Набирайте глубокий вдох. Останавливайте мысли, концентрируйтесь на точке,
потом. Усилием воли вы воспроизводите в воображении своем образ желаемого будущего. Удерживайте этот образ в своей голове дольше. И столько раз, сколько вы захотите это делать. Выполняйте данную процедуру как можно чаще, и вскоре желаемое начнет реализовываться в вашей окружающей действительности. Вы это заметите. А с вами была Юлия Жукова.